У молодой мамы дело обычно не в проворот, но в то же время откуда-то появляются новые силы и даже суперспособности, главное из которых – все успевать. Именно в такой атмосфере родился проект «Супермама». Идея, если честно, возникла внезапно. Буквально в одну ночь я ее придумала, идею проекта. На следующей неделе мы начали осуществлять все это. За месяц мы уже собрали всех партнеров, всех участниц, и все это было очень быстро. За 2 месяца мы реализовали наш проект. Сначала у нас было 3 участницы, и мы думали, что этим всем мы, в принципе, и ограничимся. Вот. Но потом участниц стало так много, что нам пришлось здесь взять не 10, а 12. Мамы пошли такие, что не сидят на месте. Хочется развиваться, работать, подрабатывать и так далее. А тут такая возможность познакомиться с другими мамами, познакомиться с творческими людьми. Потому что мы ходим по мастер-классам различным, учимся. Мамочки устают дома постоянно сидеть. Хочется чего-то нового, интересного, то есть и все пришли в проект за положительными эмоциями, чтобы развлечься, то есть не только быт и дом, а что-то новое. Я, конечно, воспринимала это как время для себя, личное время. Я отходила от домашних забот, мне была необходима эмоциональная разгрузка. Этот месяц дал мне это, и дальше я, надеюсь, новыми силами буду заниматься дома детьми. В течение нескольких недель молодые мамочки-конкурсантки участвовали в фотосессиях, посещали мастер-классы по живописи, кулинарии и психологии, занимались хореографией и актерским мастерством. Их энергия поражала всех, включая партнеров проекта. Я на их месте бы не решилась на такой проект, который занимает столько времени. Они все успевали на самом деле. Некоторые из них даже работают. Это невероятное что-то. Они посещали все мастер-классы, выполняли домашние задания. На них уходило у девочек достаточно много времени. И тем не менее они старались, и все задания были вообще суперские. Мы списывались в беседе с организаторами, с мамочками, писали свой график, когда ребеночек спит и так далее. И все, они подстраивались под нас, было очень удобно. Были на мастер-классе по капкейкам. Интересные были мастер-классы по визажу. Тоже полезно, потому что это для мамочек учили, как быстро себя привести в порядок. Деток всегда развлекал аниматор, то есть приходил с непосед. Ну и также они с мамочками участвовали в различных конкурсах, в мастер-классах. Им тоже было интересно. А так как проект направлен на душевность и семейность, папы участвовали в некоторых домашних заданиях участниц. Весело, в принципе, мы вот этот месяц весь провели, все выходные. Делали все вместе, готовили, рисовали, развлекались, получили бурю эмоций и удовольствия от этого проекта. Подкрыли в жене талант художника, она очень замечательно на мастер-классе нарисовала подсолнух. Финальное шоу, пожалуй, самый волнительный этап проекта «Супермама». Участницам необходимо представить себя во всей красе в показе одежды и интеллектуальном конкурсе, но жюри должно выбрать лишь одну победительницу. Я очень благодарна, что попала в этот проект. Для меня он стал не просто местом, где мы хорошо проводим время. Он открывал в нас новые качества и таланты. Я сделала здесь то, что давно хотела, то, о чем мечтала, то, что не могла поверить, что я это могу сделать. Это, наверное, самое главное, что проект дал мне веру в свои силы. Каждая из них уже супер мама, просто мне сегодня повезло чуть-чуть больше. Без подарков в этот вечер не остался никто, тем более, что организаторы придумали номинацию для каждой участницы. А главной наградой для конкурсанток стала радость общения и, конечно же, приятные эмоции самых близких людей. Для каждого ребенка его мама – это супермама, и моя мама также для меня самая любимая. Я ее очень-очень люблю. Финальным шоу проект «Супермама» не закончился. В планах участниц организовать клуб и время от времени продолжать общаться. Организаторы, в свою очередь, уверены, что это только начало, и этот проект станет ежегодным.